Всем привет, с вами Верно, продолжаем Tomb Raider Quest of Gold, фан-игра, и возвращаемся к этим лифтам, или к чему-то вообще, не знаю, как это даже назвать, всю эту ахинею, которую здесь только настрочил автор, но мы вроде бы все-таки как бы разобрались, что нам надо делать, во всяком случае, я очень на это надеюсь, друзья, потому что если и это окажется здесь что-то не так, то я тогда, слушайте, вообще закончусь на этом месте. Но по сути, в принципе, все должно быть таким образом. Все должно быть таким образом. Такс. Давай, Ларк, толкай. Вот. Сейчас вот эту бандуру нам надо куда-то затащить. Хрен знает куда наверх. Вот этими путями, мало того, скорее всего, придется мудрить с рычагами. То есть все так просто не будет. Но... Да, вот, кстати говоря, уже не все так просто. Нам нужно рычаг. Нет, Ларка. Ай, ты здесь еще не залезешь. Ну, конечно. Вот уже нам нужно рычаг поменять. Я не знаю, почему. Я вроде сохранялся внизу, кстати говоря. Почему-то у меня наверх. Я хрен его знает, что за дела. Или на какое-то другое сохранение сохранился. Или еще что-то. Не знаю, в общем, что за дела такие. Давай. Вот этот, по-моему, должен быть. Да. Так, все, теперь эту бандуру, фигуру, давай ее нужно вот сюда теперь. Сейчас, смотри, сейчас вот всю серию будем вот этой вот ерундой заниматься. Вот этот вот куб сейчас. Сначала в одно место, потом в другое, потом в третье. Но, кстати, сделали вообще интересно. Это при том, при всем, что я вообще не знаю, как они на этом движке умудрились в принципе это сделать. Что колонна поднимает колонну. В оригинале-то, по-моему, такого не было вообще. Это как-то умудрились. Ну, значит, движок позволяет. Потому что, в принципе, здесь физика-то отсутствует. Что? Стоп. Вот ты давай вот, да, вот это самое вот, да, вот не дури. А то вот еще не хватало. Я говорю, сейчас подожди, сюрпризы только начинаются. Сейчас мы тут с ума сойдем. Еще намучаемся, намучаемся. Так, вот теперь надо как-то нам вот это все дело обогнуть. Сейчас только, я говорю, только начинается все, друзья, только начинается. Сейчас мы тут и на глюки можем напороться, и на баги, я боюсь даже представить, что здесь только может быть, что? Так что лично вообще не надо ничему удивляться уже. К тому же фан-игре, что тут удивляться-то? Так, я надеюсь, что там будет кристалл, а не какой-то вообще секрет. Просто потому что если сейчас вот я вот только ради секрета вот это все делаю, вот отвечаю, я психану тогда вообще просто в этой игре. Мне будет плохо. Реально будет плохо. Потому что когда ты действительно столько вообще проделываешь, а потом в конце тебе говорят, а это был всего лишь секрет, особенно я помню в Beyond the Sign. Вот там вообще я прям любитель был найти все секреты на уровне, но не знать, что делать в итоге. Но это прям вот... Ай! Так, погоди. Сейчас нам как? Нам надо, по-моему, снова рычаг, да? Или что? Погоди. Нам сейчас... А, нет, зачем? Нам надо наверх. Все, наверх. Вот сюда. Точно. Так, потом назад прыжок. Где там только прыгать-то? Хрен его. О. Зацепились. Кстати, сейчас достаточно удобно зацепились, потому что всегда приходилось перенажимать Ctrl. Я в этот раз не успел это сделать, но Ларка все равно зацепилась. На удивление, слушай. Что-то, значит, приготовили мне сегодня знатное. Так. Эта хрень поднялась. Не, в итоге, видишь, все-таки движок не позволяет. Глючит текстура. То есть здесь, скорее всего, сделали, не знаю, там, не физика, в общем, а как бы перемещение, наверное, объекта вверх-вниз по координатам как-то. Ну, я не знаю, я не очень разбираюсь во всем этом. Но, в общем, что-то вот... Ну, вот, да, вот именно вот это вот в этом вот роде, вот, да. Ой, ёпарасоте, все тут через одно место. Так, слушай, давай-ка мы вот там спустимся, так сказать, от греха подальше, а то опять сейчас что-нибудь залагает, заглючит. Так,
Все, эта хрень здесь. Вот сейчас, кстати говоря, будет сложно. Возможно, возможно даже придется нам как-то менять расстановку. Хотя нет. Нет, нет, не придется. Просто так же перепрыгивать все вот это вот. Огибать. Вот это вот все, этот весь ад, кошмар, этот одушник. Вот так вот. Раз. Давай. Давай еще толкай. Что же делать-то? Всю игру, слушай, толкаем что-то. Действительно, если взять весь Quest of Gold, мы что-то все толкаем, толкаем. Я в каждой серии что-то толкаю все. Просто весь смысл старых Tomb Raider. Дерни, стрельни, толкни. Охрененно вообще. Просто так серьезно можно подумать, что ты играешь во что-то... Ай, мы сейчас запечатаем себя. Нет? Дай, запечатаем. Ты же не запрыгнешь ни хрена, дай. Да-да. Ну-ка, перепрыгнуть. Ну, конечно, ну. Она не может, видишь, на этот залететь куб. Зачем, почему так тоже сделали такую глупость, непонятно. То есть там, ну, в итоге нужно будет все-таки рычаг сейчас дергать. Правильно? Или, а, нет, нет. Я просто ладно, ладно. Спешу, как-то уже так это, потому что хочется локацию пройти, успеть побольше всего. Но опять-таки, подожди, не факт. Не факт. Далеко не факт, что... нам сейчас не нужно будет ничего тут мудрить. Потому что такое действительно может быть, что нам все-таки придется... Ладно, давай пока до упора мы сделаем. Я что-то пока не могу вперед продумать все действия. То есть нам, да, эту штуку надо сейчас опустить. Чтобы опустить, нам нужно... Что нам нужно? Нам нужно самую верхнюю, по-моему, да? Подвинуть-то, наверное. Или нет? Подожди. Если вот эту, это сейчас поднимется вот это вот... вот это вот. Так, соответственно, да, нам нужна вот та верхняя, окей. На всякий случай прямо все будем так вот перепроверять, а то сейчас что-нибудь не то нажмешь, что-нибудь заглючит, свалится куда-нибудь, и все, и проходи все заново потом. Я даже на второй слот сохранюсь. Потому что что-то я совсем не уверен. Вот. Так, давай. Свершилось чудо, да? Только единственное, там вот эти поменялись. Там вот те поменялись. И в итоге у нас сейчас нету возможности или чего-то. Что-то, короче... Ой, сейчас подожди, надо мудрить. Я говорю, я вот так вот что-то сейчас с лета не могу этот... понять никак, что конкретно, как там вообще все это образуется. Потому что я записываю уже не сразу, после того, как мы тут с вами проходили дело, а уже по истечению некого времени. Так, нам нужно теперь, чтобы все вот эти кубы опустились. Это мы добивались этого эффекта, по-моему, дергая нижний самый рычаг. Что-то в этом роде, в общем, было. Либо, наоборот, все выключаю. То есть, вот этот вот отключая... Ну-ка, сейчас, сейчас, короче, подожди, все будем вот так вот, поэтапно. Ага, так, вот это вот, да. И допустим, что как раз-таки вот этот. По-моему, вот мы когда что-то делали, вот, по-моему, было вот именно вот таким вот образом. То есть мы... фу ты, я думал, все. Отключали вот эти первые два. И там было все открыто. Ну, конечно, вот, чтоб я еще ничего не видел. Закрыто все, да? Блин. Так, сейчас, погоди. Там все закрыто, но... Ладно, попробуем вот что. Попробуем сейчас выключить вот этот вот промежуточный. Надо подбирать. Так, сейчас, вот этот, открыто там сейчас, можно как-то это понять, наверное? А хрен поймешь, вроде бы как будто бы, нет, вроде закрыто все-таки.
Ладно, попробуем сейчас тут промежуточный. Хотя, в принципе, у нас выбора-то больше нет. Должно вот так вот сработать. Да ладно, ты что, не долетаешь, что ли? Я думал, ты долетаешь. Блин. Как-то нехорошо получилось. Ну да ладно. Я что-то был уверен, она долетает. Она, оказывается, не долетает. Ладно. Так, вот я. Так, давай-ка мы, да, будем сохраняться, потому что меня может занести куда-нибудь не туда. Или Ларку. Нас обоих что-то все заносит. Такое чувство, что мы перед записью вообще так бухаем постоянно. Так, знаешь, прям, ну давай. Вместе. Тебе в катакомбы, ты мной управляешь. Давай, давай. Так, давай вот это вот. Давай, 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 давай. Все, давай вот это вот. Все, давай. Вот! Ура! Ура! Свершилось чудо! Ну вот теперь все это дело на лифт. И поднимаем. И все. И на этом, я надеюсь, все закончится в этой локации. Но, ребятушки, это опять-таки не все совсем точно. Это посмотри, сколько мы времени угробили, а? Практически, можно сказать, серию. На то, чтобы пройти данную место. Это при том, все, что в принципе мы знали, что делать. То есть, как бы вот оно вот. Вот поэтому. Поэтому я раньше и подрезал. Потому что вроде бы казалось бы, ну чего, я не знаю, там за всю серию прошел там еще что-то. Кажется, как будто быстро, а на самом деле-то нет, ребята. На самом-то деле, потратил, например, полчаса. Это когда просто играешь, тебе кажется, вот я там быстро достаточно прошел, все, все в таком духе. А ты вот замерь время, сколько ты проходишь, и ты офигеешь иной раз, что можно там 2 часа просидеть, ничего не пройти, а кажется, как будто там ты всего 5 минут здесь находишься. Так что, такие дела. Так. Все, эта бандура должна была подняться. Если сейчас она слетела куда-нибудь через текстуры, все поломав мне, и сейчас вылетит игра с какой-нибудь ошибкой, я поздравлю себя с тем, что я победитель. Нет, все окей. Ой, опять сейчас методами каких-то, не знаю, с древних самураев будем тут. Ну да ладно, давай, Лар, толкай. Опять-таки... перепрыжки какие-то, все. Давай туда перепрыгнем, давай сюда. Ой, текс. Сохраняемся, почаще, почаще. Иначе я говорю, куда-нибудь улетишь, потом будешь там, не знаю, заново лазить вот это все. Это зачем это вот мне надо? Мне надо вот это вот сюда вот скорее уже подвинуть. Сейчас будет прикольно, если я подвину, и в итоге выяснится, что, блин, этот просто надо куда-то его поставить. А поставить его нужно на каком-то другом уровне. Ты вот... Кстати, все возможно, но, по-моему, мы не видели, чтобы на втором уровне где-нибудь или там на первом были какие-то напольные кнопки. Я лично вроде ничего такого не встречал. Но, опять-таки, мало ли, что ты ничего не встречал. Это вообще ни о чем не говорит. Это ты не встречал, это твои проблемы, что ты там что-то не видел, не встречал. Но все-таки будем надеяться, что эта хрень сейчас развалится. Потому что, ну, в принципе, все логично. Хотя, не совсем. Не совсем. Надо было этот куб куда-то в стену зафигачить, но никак не вот это подвесное. То есть вся конструкция осталась, считай, висеть. Как-то, в общем, странно сделали. С логикой здесь не всегда в этой игре увязывается. Так. Спокойненько, спокойненько. Сейчас бы вот так вот, вот так вот. На всякий пожарный. Все, кристаллик есть. Потрясающе. Интересно, Зелебоба какой-нибудь сейчас внизу будет нас ожидать или нет? Зелебоба. Зелебобович. Вот эти ребята, которые там в трусах там. Как там это? Ага, вот эти вот, вот ребята вот. Да. Так. Че, правда никого нет? Зелебоба! Ты здесь? Я же взял кристалл. Ты должен появиться. Сразу выскочить. Опа! Там! Начать орать. Че, серьезно что ли? Ребят, вы меня оскорбляете. Так, между тем, у нас еще один кристалл. Еще один. Но, еще один я знаю где. Кстати, спасибо большое за отзыв. Действительно, там рычаг где-то упустил. Но получается, слушай. Где-то еще. Где-то еще будет последний кристалл. А я вот на данный момент и не знаю, кстати, где. Зелебоба! Так, слышь?
Выйти из сумрака. Совсем уже охренел. Лара, попади. Нет, ты посмотри, какая дрянь, а. Куда ты бежишь-то, скачешь? Я не буду на тебя патроны тратить. Ты слишком никчемен. Ты недостоин вообще даже моих патронов, понял? Гад. Так, это не это место. Нам нужно что-то другое. Я говорю, я что-то опять с этими локациями запутался. Где нам? Подожди. Нам вот сюда. Вот, да, правильно. Все правильно. Вот он, рычаг, который я не заметил. Ну, кстати, неспроста я не заметил, потому что... Что-то он как-то в темноте. Я бы, кстати, долго бы, наверное, его еще искал. У меня что-то темнит игра в последнее время, кстати. Есть такое. Почему-то как-то вот... Не знаю. Плюс еще свет, то есть во время, когда я записываю, я включаю дополнительный свет, чтобы я более-менее подсвечен был. И может быть, как бы действительно мне, ну, темнее все становится. Я не совсем все вижу должным образом. Так, открылась там клетка? Открылась. Так, ну Лара, ну что такое? Где этот придурок? Слышь ты, страхолюдина. Давай разобьем это. Отлично. Что за хрень? Где мой долбанный кристалл? Еще один пришел, что ли? Нормально? Ладно. Че такое? Факел. Мать его за ногу. Нахрена? Ну правильно, я же хотел факел. Я же так мечтал о факеле вообще. Я же с самого начала говорил, что мне нужен факел. Так, ну с факелом. С факелом у нас много всего. Много. Так, надо эту тварь только сейчас, погоди, убить. Он как-то огнем, интересно, пуляет? Или что? Он как вообще опасен? Насколько? Господи, какой ты страшный. Бесполезный. Дурак! Бесполезно. Ну, конечно, давайте там, я не знаю, все вот будем валяться в одном проходе. Хотя, ладно, освещают мне, ладно. Ну, конечно, я что-то с факелом-то еле пройду. Ужас какой-то. Что это за вообще? Что это за... Кстати, здесь помимо факела-то больше ничего нет. А то, может, я что-то упускаю. Вот это двигать-то вроде бы... Как будто бы двигать можно. Дай-ка на всякий случай сделаю, чтобы я потом вообще спал хоть спокойно, что действительно я все попытал. А то мало того, еще потом напишите мне, скажете, вот, там не подвинул что-то. Там вот можно было подвинуть, взять еще 5 секретов, радостным остаться. Серьезно, Tomb Raider, по-моему, единственная игра, где я не рад, когда я нахожу какой-либо секрет. Я, наоборот, готов вообще там все проклинать на свете. Там, нет, только не секрет. Ой. Так. Спокойно. Сейчас вот даже здесь надо сохраняться. Спокойно. Давай, зажигайте, говорят. Так. Что нам надо поджечь? Я по-хорошему хочу поджечь все. Этих тварей. Все факелы. Все, подожди, серьезно. Так. Здесь ничего не надо поджигать. Это так, это знаешь, вот чисто на всякий пожарный. На всякий пожарный, да, поджечь. Это... это гениально. На всякий пожарный что-либо поджечь. Нет, там, значит, где-то в начале вот это. Блин, серьезно, забыл уже, где что поджигать? Пипец какой-то. На самом деле, лака... Что за звук странный был? Как будто что-то щелкнуло. Нет? Погоди. А где... Стоп, где что поджигать-то? Здесь не надо. Так. Ё-моё. Где что поджигать? Я уже... Я вот серьезно, я... Я ни хрена не помню, где что поджечь. Ну, да, если вспомнить, правда, сколько всего там можно поджечь, то я... Да, мы там сейчас... Мы тогда... Мы офигеем. Мы сейчас будем бегать 2 часа все поджигать, а то будет светло.
Слушай, Ларк, я тебе так предлагаю. Давай спалим эту местность. Все двери сгорят, все здания разрушатся. Все, проблема будет решена. Вот, давай вот здесь подожжем. Давай подожжем. Че, нельзя? Эй! Давай подожжем, тебе говорят. Блин, я серьезно, слушай, я забыл, где поджигать. Так, ну здесь она не хочет поджигать. Это нет, это не туда нам. Короче, нет, здесь там не надо вроде как мне. Слушай, я не... Я ничего не понимаю, где реально нам что надо поджечь? Здесь туда мы назад факел этот не унесем. Соответственно, что-то поджечь нужно здесь. А я забыл, что надо поджечь. Да, я молодец. Ты забор этот не можешь сжечь? Ну... А, подожди. Там шкуру какую-то, по-моему, надо было поджечь. Или нет? Как ей попасть к этой шкуре? Ё-моё. А, это я туда же. Ну, я молодец. Господи! С ума сойдешь с этими локациями! Ужас. Куда я? Серьезно, погоди. Мне тут факел-то. Твою же. Сейчас еще, если он потухнет, будет вообще весело. Почему не могу сжечь деревянный забор? Они мне мешаются. Давай, Лара, все сожжем вообще. Все деревянные заборы. Погоди, точно здесь-то ничего не надо поджигать? Почему у меня такое чувство, что здесь я что-то прям... Да нет, наверное. Но с другой стороны. Хрен его знает. Ну что-нибудь-то подожги вообще. Ты посмотри, сколько факелов, сколько всякой дряни вот этой вот. Какого, блин? Ладно. Окей. Так, последний раз вот здесь. Здесь поджигать нечего. Соответственно, нам нужно лезть выше. Вот здесь, по-моему, что-то. Там какие-то шкуры были, вот эти вот, вся вот эта вот дрянь. А как мне там лестница? Что за угар-то вот такой, погоди, туда. Здесь я тоже не залезу. И чё, погоди, мне с этим факелом туда делать? Кому мне его куда засунуть? Чего за вообще? Погоди-ка. Факел, 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 факел. Факел, мазафакел. Где? Куда его? Здесь долбанная кнопка. Класс. Пар, ты можешь хоть что-нибудь зажечь, сломать, не знаю, что-нибудь? Какого, блин, хрена-то, ну? Окей, давай еще посмотрим. Слушайте, я вообще не знаю, куда этот факел. Уже места не остается. Может, я его назад все-таки как-то могу утащить? Вот, наверное, куда, да? Мы здесь вообще были? Слушайте, хрен его знает. Я вообще запутался во всех этих локациях. Это чё, куда вообще? А, это другая. Это где этот кристалл, да? Но здесь факел вряд ли нужен. Или как раз таки сюда, потому что эта картина здесь. Хрен его знает, слушай. Подожди, нет, 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 нет. Факел нет, факел не сюда. Давайте мы здесь, короче, факел так убросим. И вот сюда сходим. Я, ребят, фиг его знает на самом деле. Может быть... Так, это что, это дверь? Это было открыто, было закрыто, открылось. Или это откроется, или что это? Так, вот эта хрень опустилась. Дальше нам надо бежать. Как обычно. Да! Да-да-да. Молодец!
Малая умница, молодец, очень хорошо получилось. Так. Ебарасете, вообще охренели уже с этими играми. Терпеть не могу подобное вообще. Все! Прошел! Гадость несусветную! Че, серьезно сюда с факелом надо было? Не, подожди. Серьезно, надо сюда с факелом, да? Сюда надо реально с факелом, да, идти? Чтобы вот это все нахрен загорелось, вот это все, вот этого, да? Нет, ты вот... Че произошло? Эта штука выдвинулась. Соответственно, надо что-то опять двигать. Так? Или не так? Наверное, так. Нет, слушай, погоди, что, серьезно сюда с факелом в итоге надо? А я сейчас скажу, что это не смешно ни разу. Или не... Да что-то уж... Вообще нарисовано, да, что здесь кто-то типа все сжигать и все в таком духе. Значит, наверное, сюда надо с факелом. Типа мы сейчас будем поджигать вот эти шкуры и что-то... Вот это, наверное, будет все подниматься. Или да хрена, слушай, вы знаете, что тут будет. Ты это двигаешь? Нет, ты это не двигаешь. А может, слушай, нет? Хрен его, слушайте, ребята, поймешь вообще. Да ну! Чего? Ну вообще, как бы... Реально, что надо сюда с факелом. Может быть, я не исключаю. Только единственное, я не могу понять, что здесь надо делать. Ну, скорее всего, тогда, слушай, получается, правда, сюда нужно прийти с факелом, все это поджечь, что-то тут открывается. И мы, наверное, будем счастливы. Не знаю. А может, и без факела. Ладно. В любом случае, друзья, давайте мы с вами на это на следующий раз оставим. Итак, прошли, взяли этот кристалл. Не будем задерживать серии. Хрен с ним, уже так получается. Пишите, что думаете сами про эту локацию. Я, наверное, все-таки, да, скорее всего, нужно сюда с факелом. Как я и думал, причем, когда первый раз обнаружил данную эту фигню, но что-то вот, да. Вот, ну, молодец я, как обычно, я знаю. В общем, будем проходить. Я, правда, что-то я смысла не могу понять. Но, видимо, смысл появится после того, как этих шкур, что ли, зажжем. Потому что, ну, серьезно, пока смысла вообще ноль. Ну, залезем мы наверх, и что? Там нет ни хрена, по-моему. А, там кнопка. Там кнопка, которая... Кнопка одна, кнопка другая. Может, тут... Погоди-ка. Что-нибудь в этом роде? Может, кстати. Может. Ладно, в общем... В любом случае, будем смотреть уже дальше. Пока, друзья, на этом все. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Если так, обязательно ставь лайк, подписывайся на канал, если этого не сделал. И всем до скорого, всем пока.